в этом выступление, когда было, как говорится, казахи восстание подняли. В каком году? В 86-м. Вот в 86-м. И вот он, Горбачев, не знаю, какие были основания, он взял почему-то, снял первый секретарь Казахстана, Кунаев. Ну, я все нормально, не могу, такой тоже промышленник, все было нормально. Почему-то он снял и прислал откуда-то из России. Вот тут вот. Это вот было вот так все. Вот. Мы вот себе, видишь, что сделали. Было все нормально, пока никто не ездил. А вот здесь вот, вот у них то ли утечка газа, то ли чего они сделали. Газовщики по всей дороге работали. Вот такая дорога была вся. И мы ее засыпали снова. Вот она была такая вся после работы газовщиков. В 2012-2013 году. Вот. Мы все это, уйму денег потратили, все сделали. Вот такая была. Вот тут был. Вот. Видите? Вон тут. Вот. Вот. Максим один живет, он там, Максим второй. Вот тут это. И... А там дальше много. И вот они вот когда на той неделе, что ли, вот тоже опять тут, видите, все копать начали, выкопали, что-то делали, и все. И газовщики ушли, а мы остались опять на такой дороге. И не